Здравствуйте, друзья! Перед вами письмецо, которое я получил, и так я его в Notepad, значит, скопировал, чтобы так крупненько было, красивенько. Я вам его культурно зачитаю. Михаил, Светлана, добрый день! Согласна с вами на 100%. Это, видимо, какое-то видео было о том, что нужно альтернативы искать, а не только ждать выигрыша в лотерею. Сама была в США по Work and Travel в 2010 году, то есть 6 лет прошло. С тех пор, после возвращения домой, просто грезила вернуться. Сначала это было просто желание. Я хочу в США. Никакой точности и конкретики. Потом начала думать про варианты, как попасть. По Work and Travel путь был уже закрыт. Я училась на заочном, а в 2010 был первый набор заочников на эту программу. И последний. Больше заочников не брали. Очень многие остались в США. С 2013 года начала заполнять анкету на розыгрыш грин-карты. В 2014 начала смотреть американских русскоязычных блогеров. Наверное, и нас тоже смотрела. В 2013 и 2014 заявки пролетели. Все эти годы были пассивным хотением. Смотрела блогеров, читала форумы и мечтала. А уже в 2015, то есть год назад, поняла, что глупо будет надеяться только на лотерею. Я начала очень активно искать другие варианты. Подавала заявки на различные гранты, на обучение в США. Нашла несколько вариантов по работе с перспективой уехать в США. То есть, смотри как, широко, да. Наконец, уволилась с работы в начале ноября 2015 года. Я работала начальником отдела в банке. И устроилась на менее оплачиваемую работу в IT-компанию, для того, чтобы набраться опыта и знаний. Сейчас, 3 мая, когда проверяла заявку, я уже не боялась увидеть «has not been selected», потому что знала, что есть у меня и другие пути. И тут открывается страница с выигрышем. Я глазам не поверила. Прыгала, скакала, кричала и плакала от радости. Я по жизни никогда и нигде не выигрываю. В любых акциях и лотереях и на выигрыш я даже не надеялась. Поэтому считаю, одного желания «хочу в США» недостаточно. Если никаких других вариантов попасть в США вы не видите, ищите другие варианты. Учеба, работа, волонтерство и удача вас заметят. По скриптум. Собираюсь сначала подзаработать денег в США, а потом к вам в школу тестеров. Смотрю ваш канал год, может быть и больше. Сама из Беларуси 26 лет. То есть в 20 лет девочка поехала, значит, по Work and Travel. Дальше ей крышу снесло, и она вот, значит, ну, молодец какая она, то есть в 25 она уже была начальником отдела в банке, молодец, и на IT-работу перешла, и, то есть вообще, конечно, чувствуется, что с большого потенциала человек так вот все, что задумывает, там, берет и делает, молодец. И давайте мы пожелаем успеха, я не вижу имени, сама из Беларуси, вот, ну, пожелаем 26-летней победительницы лотереи из Беларуси, чтобы все у нее было классно. А когда она к нам приедет, ну, неважно, студентка или так приедет, мы с ней интервью запишем. А можем мы и так интервью записать в скайпе, пока она еще не приехала. В общем, как девушка соберется, так сразу к нам, и мы ее вам покажем. Счастливо, друзья!